Всем добрый вечер, всем участникам группы, всем участникам чата. Сегодня я бы хотела рассказать вам о том, как в компании Oriflame можно зарабатывать с первых дней. И первое, конечно же, зачем пришла я сюда, как я сюда пришла? Я, конечно же, начала в первую очередь экономить свой семейный бюджет. Потому что компания наша дает не просто скидку в 20%, да, она дает скидку от 20%. Помимо того, что при регистрации мы получаем скидку 20% на все продукты, также мы в будущем наша скидка растет. У каждого из нас, кто начинает идти по лестнице успеха, да, у каждого из нас появляется дополнительная скидка, у каждого из нас появляется кэшбэк, то есть возврат от покупок. Вот. Начнем с того, что каждый из нас может зарабатывать на продажах по каталогу. Если совсем в жизни все плохо, да, получилось так, что на данный момент совсем нет денег, даже на личные покупки. Так вот, в компании Oriflame есть такая замечательная вещь, это каталог. Наш крутой, классный каталог, в котором более 1500 наименований. Вот такой вот он глянцевый, вот такой вот он красивый, с разными скидками, с разными продуктами. Если вы просто зарегистрируетесь в компании и хотите быстрых денег прямо здесь и сейчас, для вас вот, пожалуйста, возможность показать каталог подружке одной, показать каталог подружке другой. И тогда каждая из них, в любом случае, кто-то что-то закажет себе, с каждой покупки 20% у вас будет оставаться в кармане. Например, сделала у вас подружка заказ на 1000 рублей, вы оплатите в кассу, так скажем, да, всего 800 рублей, 200 рублей останется у вас в кармане. Заметьте, что подружка эта может прийти сама лично к вам в гости, не обязательно идти к ней. Вы можете встретиться на площадке, если вы мамочка в декрете, вы можете встретиться на детской площадке и показать ей каталог на площадке. То есть вы находитесь рядом со своим ребенком, вы ничем не обременены, вы смотрите вместе с подружкой каталог, она у вас в каталоге заказывает, вы зарабатываете. Я могу вам сказать, что если в жизни что-то, конечно, не хочется говорить о плохом, да, но если в жизни что-то вдруг такое случилось, то наш каталог – это реальный помощник. И я знаю девочек, которые на каталогах, на продажах по каталогам зарабатывают до 10 тысяч рублей. Просто вот так вот показывая его своим подругам. Ни одной, ни двум, да, а показывая его большому количеству подружек. А многие даже никуда не ходят. Они делают это через интернет, через WhatsApp, через Instagram. Сейчас, секундочку. Вот. И знаете, здесь в компании у нас этому также можно научиться делать это. Можно это научиться делать, я говорю, при встрече индивидуальной с подружкой. Можно собирать заказы при групповых встречах. Ну а можно это делать через интернет, через свою социальную сеть. И, девочки, я еще раз повторюсь, это те же самые деньги, что мы зарабатываем на наемной работе. И, знаете, не всегда на наемной работе удается заработать 5-10 тысяч рублей, и чтобы это было так легко. А здесь все легко и просто. Показала, заказали, рассказала, посоветовала. Не знаю, что посоветовать, обратилась к высшему своему наставнику или в продуктовую группу, в которой у нас есть, и вам все рассказали, подсказали. Второй вариант. Мы начинаем зарабатывать, у нас появляется объемная скидка. Если ты начинаешь рекрутировать, и в компании у тебя появляется твоя команда, ты научил человека, как делать заказ, рассказал ему о продуктах нашей компании, и человек тоже делает заказ, ты начинаешь получать процент с покупок его. Да? Это называется объемная скидка. Чем, опять же, выше будешь ты на лестнице успеха на ступеньках стоять, тем больше у тебя будет объемная скидка. Объемная скидка у нас отсчитывается от 9% до 22%. Вот. То есть, если, например, я сейчас на уровне 15%, а моя объемная скидка – это разница между моими структурами. Вот у меня есть Женя Лихоносова, у нее уровень 12%, у меня уровень 15%. Я получаю межпроцентную разницу, то есть 15 минус 12, я получаю 3% с ее объема продаж. Ну, это все, опять же, можно в маркетинг-плане будет увидеть и более подробно его изучить.
А третий вариант – это уже когда мы становимся, выращиваем своих директоров, и у нас начинается директорский бонус, получается. Он идет до, по-моему, ой, господи, простите меня, если я неправду скажу, до 6 уровня. Вот, то есть мы начинаем уже получать бонусы, бонусы с своих директоров. То есть вот у вас есть один, вы стали директором, и вы вырастили одного директора, вы с его объема продаж получаете 5%. В среднем объем продаж у директора это 300 тысяч рублей. 5% – 15 тысяч рублей. То есть вырастили трех директоров, да, это называется пассивный доход. Вырастили трех директоров, у вас получается просто так, вы за них будете, даже если не будете больше рекрутировать, вы за них будете получать за каждого 5%. То есть 15, 15, 15. 45 тысяч у вас будет просто за один раз проделанную работу. Один раз нужно поработать, а потом будете зарабатывать хорошие большие деньги. Ну и, конечно же, еще один из видов доходов – это у нас путешествия. В компании можно путешествовать. Сейчас у нас стартовала квалификация на менеджерскую конференцию. Хорошо, дочь. На менеджерскую конференцию в Таиланд в следующем году. Каждый из вас может побывать на этой конференции абсолютно бесплатно. Там все включено, включая трансфер, включая перелеты. Давай открою. Секунду. Проживание, питание, развлечения. Это точно тапочки. Вот, это все включено. Это еще один из видов дохода. Почему нет? И каждому из нас он позволен. Научись приглашать людей в компанию. Пользуйся продукцией. Рассказывай об этом людям. Будь красивый, будь ухоженный. Будь всегда вечно молодой, да? Пожалуйста, лети. Автобонус. Хотите хорошую машину? Хотите машину с салона? Пожалуйста, становитесь директором, делайте свой доход от 45 тысяч рублей и более, и вам компания дополнительно бонусом будет выплачивать каждый каталог по 20 тысяч рублей. Вы можете взять машину, так скажем, с конвейера, салона за 1 миллион 20 тысяч рублей. Опять же, если что-то путаю, извините. Вот. Абсолютно за счет компании. Компания в течение 3 лет будет вам оплачивать ее. Выплатили эту машину, да, захотели новую, пожалуйста, квалифицируйтесь на новый уровень, на новое звание. Получайте звание бриллиантовый директор, получайте звание исполнительный директор, и у вас машины будут дороже, у вас машины будут круче, а компания за них вам будет платить. Что еще хотела сказать? Помимо всего этого, компания нам дает возможность еще и пользоваться подарками. Вот, например, сейчас у нас стартанула классная рекрутинговая компания. Сейчас, зайчик, подожди. Очень крутая рекрутинговая компания, в которой за приглашение своих друзей, подруг на пользование продукцией вы можете получать абсолютно бесплатные продукты. Это и как простые, да, всем необходимые, например, те же самые, ну что, фен, утюг, зубная щетка, да, она необходима всем. Так же и как кофемашина. Кофемашина не все может, да, ну, кто любит кофе вкусное, тот, пожалуйста, вы можете наприглашать то количество людей, которое вам нужно. Об этом сегодня Женя Лихоносова у нас уже говорила про рекрутинговую компанию, про нашу классную. Вот, я могу про себя сказать, что на сегодняшний день я в компании зарабатываю, как с личных покупок мне приходит кэшбэк, как и с объемной скидка с моей команды мне приходит. Я на сегодняшний день квалифицируюсь на менеджерскую конференцию Таиланд, потому что на самом деле отказываться, извините, от бесплатного – это грех, я считаю. И для этого всего лишь навсего мне нужно приглашать людей, учить их становиться красивыми, счастливыми, жизнерадостными. Я такой не была, пока не появилась компания. Поэтому какие виды дохода? Давайте проведем еще раз. Долго уже много говорю. Первое – это продажа с каталога. 20% от 20%. Когда ваш личный товарооборот будет от 6,5 тысяч рублей, у вас будет не 20% скидка, а 30%. То есть у вас будет доход, продали на 8 тысяч, заработали 2 тысячи рублей. Вот. Второе. При заказах на 150 баллов и более в течение 2 каталогов у вас появляется еще плюс скидка на один из продуктов в каталоге, появляется скидка 50% от цены консультации. Ну, например, у вас заказала подруга духи за 2000 рублей, а вы решили их купить со скидкой 50%. То есть 2000 рублей цена каталога, а 2000 вам делается скидка как консультанту 20%. То есть 1600 стоит, да, духи. И на 1600 накладывается скидка 50%. Ваши духи стоят 800 рублей. Подруга вам отдает 2000 за духи,
Вы оплачиваете всего 800. 1200 вы оставляете у себя в кармане. Третье. Это доход с... объемная скидка с продаж людей, которые пришли за вами. То есть пришли люди за вами на просто покупки, пользоваться продукцией там, да? Пришли люди на бизнес, без разницы. Пригласили, вы одного человека пригласили, а он пригласил 10 человек, да? И все эти 10 человек начали пользоваться продукцией. Вы получать будете процент со всех покупок этих людей. То есть достаточно пригласить 2 человек. Эти двое еще по 2. То есть уже получается 4, 6, 7, да, 8 человек. Те двое еще по 2 и так далее. Растет мы в геометрической прогрессии. А вы получаете со всех этих людей процентик свой, причем немалый. Далее. Научили 2 людей делать то же самое. Приглашать, да, на бизнес. Вырастили этих людей до уровня директоров, стали получать за них пассивный доход от 5%. Чем больше директоров ваших под вами находится, чем больше вы людей научили зарабатывать удаленно, сидя дома, тратя на это 3-4 часа времени, да, тем больше у вас будет пассивный уже доход. Хотите больше? Рекрутируйте дальше. Хватает вам 30-40 тысяч рублей? Пожалуйста, просто общайтесь с командой, просто пользуйтесь продукцией, можете больше никого не приглашать. Вот. Но на практике доказывается, что 40-50 тысяч становится мало, и люди начинают дальше приглашать людей. Это было третье, да? Четвертое у нас получается. Четвертое. Это у нас... путешествие. 4 раза в год компания отправляет своих лидеров в путешествие абсолютно бесплатно. Первое путешествие будет в следующем году, в 2021, в этом году отменили. Это будет Таиланд. До 14 каталога каждый из вас может стать директором и полететь вместе с нами в Таиланд. Я лечу. Не знаю, как вы, а я лечу. Вот. Пятое. Это у нас автобонус. Каждый из вас может получить машину своей мечты абсолютно бесплатно от компании. Для этого нужно просто расти по лестнице успеха, приглашать людей, пользоваться опять же продукцией, то есть делать все то же самое. Ничего нового никто не делает. Что надо полететь за границу отдыхать с компанией, что получить автобонус, что просто зарабатывать. Деньги мы делаем все одно и то же. Мы моемся. Мылись раньше в Магнит Косметик, в Цимусе, в Литуале, в Эль-де-Батте. Сейчас все, что мылось там у нас, моемся здесь, у себя, в компании, и получаем за это супер крутые возможности. Вот, это было пятое, да? Вот. Я запуталась, что там шестое, седьмое, да? Девочки, хотела вот что сказать. Что я сюда пришла изначально на продукт. Мне стало интересно просто пользоваться продукцией, попробовать новый продукт, получить за него скидку. Потом я захотела стать участником стартовой программы, потому что мне понравилось, что здесь можно получить классный продукт совсем почти бесплатно. И я начала показывать каталог своим подружкам. Потом я увидела возможность зарабатывать не просто на своих покупках наличных, а рассказывать об этом людям. И ко мне стали приходить люди в команду. И я стала зарабатывать на том, что мои люди тоже стали пользоваться продукцией, тоже стали зарабатывать деньги. Я стала получать объемную скидку. Потом мне сказала мой директор Наташа Суздальцева, что можно полететь в Турцию. А в этом году мы должны были лететь. И что для этого нужно делать? Обычные те же самые действия. Мыться. Сейчас, дочь, пойдем. Мыться и приглашать людей делать то же самое. Я сделала. Пойдем на гонку. Сейчас, доченька, пойдем. Секундочку. Дочь, подожди. Дети уже требуют внимания от меня. Вот, я стала участником конференции в Турции. Спасибо за это моей команде. Вот, сейчас, так как у нас отменили Турцию из-за коронавируса, сейчас я квалифицируюсь на Таиланд. Буду до последнего биться за то, чтобы полететь в Таиланд. На самом деле, я ни разу нигде не была. Знаете, я еще хотела сказать, что помимо всего этого, мы от компании получаем призвание. В этом году я побывала на таком классном мероприятии, называется Ори Оскар. Вот такая у меня стена побед моих. Маленькому я тут слетела. Вот я получила вот такой вот диплом. Вот мои звания. 15, там у меня... 18, еще 9,5 есть таблички. Знаете, я тоже зарядилась там энергией, я понимаю, что я хочу, да, мне интересно. Оказывается, на сцене не так страшно, на сцене круто, когда особенно тебя поддерживает весь зал. Вот, ниже я скину вам маркетинг-план. Посмотрите его, пожалуйста, кто не смотрел. Это на самом деле уникальная возможность
добиться того, чего вы, о чем вы мечтали. Вообще, если вы не мечтали, начните мечтать. И представьте, сбудутся ли ваши мечты на сегодняшний день с той работой, которая у вас есть, с тем доходом, который у вас есть. Если эта мечта не сбудется, она же останется также мечтой. Компания Reflame дает возможность, чтобы ваша мечта, она превратилась в цель. И если действовать схематично, да, по плану, написать этот план каждый день, делать какие-то шаги к своей цели, к своей мечте. Вы знаете, мечты сбываются, и без Газпрома мечты сбываются с Reflame. Девочки, спасибо вам за внимание. Вот, ниже, еще раз повторюсь, скину сейчас ссылочку на свой телеграм-канал про маркетинг-план.